Улица Заводская, дом 15. Этот адрес знаком многим видновчанам. Это только в романтичной песне можно спеть. Если я заболею, к врачам обращаться не стану. В жизни все куда прозаичнее. Ленинскому району, можно сказать, повезло. Видновское учреждение здравоохранения по праву считается одним из лучших не только в Московской области, но и в России. Наша больница клиническая, не просто городская, районная, а именно клиническая. У нас есть базы кафедр научно-исследовательских, образовательных учреждений. И, в общем-то, тот коллектив, который сформировался, те кадры, которые есть, я бы сказал, они это золотое звено в здравоохранении области в целом. Из 13 отделений больницы одно из самых крупных – терапевтическое. Здесь одновременно проходит лечение 70 человек. Отделением руководит Елизавета Николаевна Юдаева. Журналистам она не очень рада. Больные ждать не могут, а потому на общение отводятся считанные минуты. Первым делом – небольшая экскурсия по отделению. Конца палаты, а тут вспомогательные помещения. Туалет, раздевалка. Стремительная походка, эмоциональные жесты. Заведующий отделением успевает делать одновременно несколько дел. И больных осмотреть, и коллег подбодрить, и с начальством пообщаться. Тот самый случай, когда человек может сказать, если не я, то кто? Я заведующий, и три ординатора. Получается, четверо врачей. Естественно, такую самоотдачу не могут не видеть пациенты. Один только утренний обход такого количества людей уже довольно внушительное по времени мероприятие. И люди ценят это внимание. Хочется выразить благодарность сотруднику этой больницы, особенно Елизавете Николаевне, за ее доброту, чуткость к нашему болезням. Руководить медицинским коллективом совсем непросто, ведь начальник отделения в большинстве случаев – последняя инстанция. Именно от него часто требуется принять быстрое и правильное решение и к каждому пациенту найти свой подход. А вот люди, я смотрю, стоят в коридоре, они как ждут приема, ждут выписки? Нет, их положили, они просто не хотят ложиться в палату и ждут, когда я их в коридоре посмотрю. У них у всех свои какие-то эти самые амбиции. Я их уже приглашала несколько раз в палату, им нравится вот здесь. Заслуженный работник здравоохранения Московской области, лауреат премии Ленинского района, обладатель знака губернатора Московской области за труды и усердие и нагрудного знака «Отличник здравоохранения». Елизавета Николаевна не любит говорить о наградах, и это не от ложной скромности, просто она такая. Вы спокойно относитесь к регалиям, к наградам, ко всему? Конечно, остальному. Что я от этого? Лучше не становлюсь. Ну, есть еще одна, ну что? Ну, здорово. Возможно, самая большая награда для нее – вылеченные люди. Хотя, наверное, и мнение коллег-профессионалов для нее что-нибудь да значит. Елизавета Николаевна, как именно терапевт, не просто как врач, а именно как терапевт, клиницист – это просто профессионал с большой буквы. Мы даже не представляем, сколько болезней, сколько патологий может существовать в нашем организме, которые связаны именно с этой профессией. И Елизавета Николаевна как раз всеми этими тонкостями владеет. Согласитесь, отрадно, что на страже здоровья видновчан стоят такие люди. Мы и дальше будем знакомить вас с теми, кем по праву гордится наш район и город. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Видное ТВ.